Привет, друзья, подписчики мои, вы на канале Антон Лимон. И поздравляю вас с 1 сентября. Ну, для кого-то это плохой праздник, лето закончилось. Но для меня хороший, потому что у меня 1 сентября день рождения. Да, вот так вот. И мне подарили подарки. Я покажу самое важное. Первое, мне там наушники подарили Bluetooth. Я не могу, сейчас они на зарядке лежат. Второе, теперь у нас для съемок новая арена. Она появилась, аллилуйя. Наконец-то появилась эта арена. Это радует меня. Следующее, это плакат. Вот, Годзиллы. Один. Вот такой. Потом повешу. Ой. И второй. Такой. Я был рад, что мне появился плакат Годзиллы. Сейчас. Вот. Ну и подарили то, что я мечтал очень-очень давно, блин. Это рандом бустер от Такара Томми. Ребята, первый бэннер от Такара Томми на моем канале B125. Дико я рад. Ну тут я просто заказал бэй один. Ну, который я дико хотел из этого бустера. Не Хэдиса, потому что... Кто не знал, у меня уже Дред Хэдис уже есть. Зачем еще один? Ну, да хоть даже если это такая, мой сильнее будет. Ну что? Я взял нож. Открываем. Вот наклеечки. Та-да! Ну, поняли? 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 Давайте откроем его. Господи, я впервые держу у себя... коробку такая Томми. Хочется ее куда-то открыть. Серьезно. Я... Так, это, наверное, рамка. Давайте одним положу. Вот. Драйвер. Давайте с драйвера начнем. Так. Сейчас. Вот. И вот. Ярд. Ё-моё, какой... Господи, вы бы знали, как он классно, плавно крутится. Пружинка нормальная. Такая. А, давайте вот это откроем. Вот. Что здесь, мне интересно? Просто аккуратно хочу все. Ладно, я сейчас. Хорошо взять ножницы. Давайте на рамку посмотрим. Ой-ой. Что такое? Нарезал. Бывает. Давайте на рамку. Боже, какая она классная. Что у нас там дальше? Это диск. Окей. Сейчас, секунду. Ладно. Сейчас. Вот такой диск. А вот и наш бум куколка. Какой классный. Опа. Теперь у меня 3B вот такая Томми. Опа. А, тут же, блин, ну. Блин, пакет придется рвать, но... Это не люблю делать.
Так, опа. Вот. Берем сейчас вот это все. Сейчас, секундочку. Сейчас. Где коробка? Вот так вот. Все, я запаковал. Вот коробка от БМ. Ну, вы, наверное, хотите уже увидеть сам бой. Ну, давайте сначала посмотрим. Рамка. Наконец-то эта рамка у меня появилась, потому что у меня была одна поломанная. Диск 13 ярд. И куколка! Ребята, вы бы знали, как он у меня сейчас выглядит. Ой. Круто. И моя функция работает. Там же у него какая-то функция, я же помню. И у него... Ух ты! Все, это один из моих, наверное, будет любимых. Так, давайте я его сейчас соберем. Опа. Раз. И... Во! Вот это класс! Бум колзар или бум куколка. Бум куколка. Вот. У него там способности, знаете... Когда он на середине, он открывает вот эти, раскрываются его крылья. Вот, сейчас, видите. Ну, а если смотреть назад, они возвращаются в свое состояние. Я рад. Ребят, давайте бы его проверим на нашей, на моей новой арене. Вот, теперь вам будет удобнее смотреть на битву. Так. Первый запуск бум куколкана. Вау! Прикольно! Что я могу сказать? Прикольно! Бой себя ведет спокойно. Я, наверное, буду тестировать против его же сезона. Первый страйк Валькирия. Ой. Страйк Валькирия. Ой. Ага. Вперед. Убивание свинга. Давайте следующее. Давайте Вайвана. Ой, сейчас Вайван рассыпался. Я ж создал тут коробку, потом еще. Вайван. Три. Ребят, я не знаю. Я нервничаю. Так, давайте туда положим. Коробку от рандом бустера вот сюда поставим. Вот, чтобы было красивее. Ну, хотя бы как-то. Взрыв! Боже, он так классно крутится. Такой. Хоть он был какой-то атакующий бэй. Но мне нравится, что он защитный. Фафнир. Или Карлзар. Следующий будет Рейден. Вперед. Кстати, говорю сразу, не пишите мне в комментариях. Чё ты не купил Dead Hades, он же сильнее. Я повторяюсь, у меня уже есть Dead Hades. А Калзара я давно мечтал о нем. Ты такая. Он очень красивый, хочу сказать, ребят. Я против Калзара не буду тестить его. Вот, то есть Dead Hades. Арену мне жалко. Вот так ставим. Вперед. Кстати, следующий турнир, когда будет в декабре уже по Бейблейду, мой турнир, то есть из всех боев,
Он будет проскоряться, если Арена выживет, то на этой. Ну вот. Ну, Кайнекс выиграл, всем понятно. Следующий. О, Шелтер Регилс. О, взрыв Шелтер Регилса. Вот такой. Вот, смотрите, у него уже два вот этих штучки открылись. Ну, щелчки, хочу сказать, очень такие тяжеленькие для меня. Вот. Так он классно выглядит. Вот, сейчас покажу вам, ребят. А, вот. У меня тут коробка есть. С бэями. Я кое-что покажу. Вот, вы все знаете, что у меня есть... Сейчас, вот. Что за это хилес? Вот такая тумба. Ну, сложно же мне не писали, откуда у тебя еще один бэй, все такое. Сейчас. А, вот. Вот это. Ой, мой. Экскалюс вот такая Томми. Вот. Видите, болты. 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 Супер болты. Вот. Вот, теперь у меня 3 бэя такая Томми. Кстати, все красные почему-то. Чем мне так повезло? Кстати, давайте попробуем поиграть. Знаете, каким бэями? Я давно мечтал на этой арене сыграть бэями. Давайте вот этих волчком. Бэй Metal Fight. Вот эти. Ой-ой. Видим? Вот такие волчки. Ну что, начинаем? 3, 2, 1. Бэй Блэй. Ну, иду себя пока тут нормально. Давайте это. Классно. Ладно, заканчиваем. Я буду заканчивать ролик. Кому понравилось, что вам понравится? Рандом бусы с бунку Колканом. С таким арена или плакаты. А, кстати, у меня еще наушники и кресло-мешок появился. Да. Я буду на кресло-мешке, наверное, снимать какие-то супер стримы. Ну, вот так вот. Ладно. Пошли. Извините. Ладно. Понравилось видео, ставьте лайки, пожалуйста. Подписывайтесь на мой канал. Сделайте мне приятно, у меня сегодня день рождения. Ладно, всем удачи, всем пока.